Ушла из дома 14 лет назад и больше не вернулась. В Челябинской области официально начали поиски женщины, которая пропала еще в 2004 году. Ведь ее мать написала заявление в полицию о пропаже лишь накануне. Разыскиваемую зовут Наталья Султанова. Она ушла из дома 14 лет назад. В последний раз девушку видели в Уйском районе. Мать пропавшей забила тревогу только в минувшем сентябре. Она обратилась в полицию, правда, заявила, что ее дочери сейчас около 20 лет. Но по официальным данным, пропавшей уже 32 года. На ноге татуировка в виде абстрактного рисунка. А в Калининском районе пропал 82-летний Петр Смоляков. Последний раз его видели 30 октября. Он уехал из дома в поселке Булзи. С 9 утра до 13 часов находился в поселке Тюбук. А после его никто не видел. Волонтеры сообщают, что старик может блуждать на трассе или в другом населенном пункте. Также есть информация, что у пенсионера нарушена речь, снижены слух и зрение. Был одет в черную куртку, темно-синее трико и зимние ботинки. Волонтеры ждут звонков от тех, кто мог видеть пенсионера.